И свежие результаты исследований от соцслужбы «Рейтинг» с 25 по 30 апреля. Порошенко по-прежнему лидирует в президентской гонке, с большим отрывом опережая ближайшего конкурента Тимошенко. За Порошенко готовы проголосовать более 34% избирателей. Юлию Тимошенко поддерживают 11 с небольшим. На третьем месте в президентском забеге Сергей Тегибко 5,7. Регионалу Михаилу Добкину готовы отдать голоса чуть больше 4% украинцев. Внефракционному народному депутату Анатолию Гриценко 3,6%. По 3% избирателей поддерживают радикального депутата Олега Ляшко и главного коммуниста Петра Симоненко. И около 2% украинцев хотели бы видеть президентом лидера свободы Олега Тягнибока или врача Ольгу Богомолец.